центре детского творчества «Радуга» состоялась межмуниципальная встреча, посвященная качеству образования. Участники мероприятия в формате форсайт-сессии обсудили роль руководства школы и администрации округа в этой сфере. Всем бы хотелось, чтобы качество образования на уровне муниципалитета, на уровне школы соответствовало тем требованиям, которые предъявляются государством, родителями, обучающимися, педагогами. Но для этого нужна общая согласованность. Для этого мы все сегодня здесь и собрались. И хотелось бы, чтобы сегодняшняя работа принесла плоды и конкретный результат. У муниципалитетов это конкретная программа, а что же делать уже сегодня? А у школ изменения во внутренней системе оценки качества, которые позволят действовать эффективно. На мероприятии присутствовали муниципальные управленческие команды, представители методических служб, руководство школ и специалисты Института развития образования. Гости встречи обсудили эффективность управления качеством образования и внутришкольную систему его оценки, ознакомились с концепцией школы Министерства просвещения, а также поговорили о школьных и муниципальных механизмах, которые помогут в достижении общей цели. Наш основной результат – это конкурентоспособный выпускник, который выбирает свою траекторию не по принципу, что мне позволительно по результатам ЕГЭ, а что я хочу в жизни. Мы разбираемся сейчас, как влияют запросы внешние Российской Федерации, региона и муниципалитета на выстраивание стратегических и тактических целей развития наших муниципалитетов. Работа форсайт-сессии была продуктивной. Поскольку мы до сих пор занимались оценкой и мотивацией работы своих муниципальных систем каждый индивидуально, то сегодня самое ценное, пожалуй, это то, что мы объединяемся и понимаем опыт ошибки, делаем анализ и выстраиваем дальнейшие правильные шаги. Участники высоко оценили организацию встречи. Огромное спасибо коллективу АСО и Управлению образования Дмитровского городского округа за возможность поучаствовать в таком мероприятии, где теоретический материал и практическая направленность соединены воедино, и после такой необыкновенной форсайт-сессии выходят готовые документы, которые мы сможем потом использовать в своей работе. Форсайт-сессия включала в себя две секции – для представителей школ и работников муниципальных органов управления образования. Обменяться с коллегами опытом приехали гости со всего Северного Подмосковья.